Каждый год с помощью отдела социальной защиты мы отправляли детей в летний лагерь. Подскажите, стоит ли в этом году рассчитывать на бесплатные путевки? Или уже точно отдыха детского не будет? Ежегодно через наше отделение граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обращались за предоставлением оздоровления для своих деток в оздоровительных учреждениях. Ну, это был у нас здесь уссурийский лагерь, в Уссурийском городском округе лагерь «Надежда». И выезжали в Спасск Дальний, поселок Горный, в тот лагерь. Все оздоровительные организации, они должны соблюдать определенные санитарные нормы. Роспотребнадзор до 1 января запретил вообще массовые мероприятия с участием детей, да, в связи с такой ситуацией у нас в Российской Федерации. Поэтому, наверное, сроки оздоровительной кампании, понятно, что они сдвигаются. Заявления, которые у нас были приняты на оздоровление, они все отработаны. Граждане эти у нас стоят на контроле, на учете, и как только ситуация изменится, то мы сразу же каждого индивидуально оповестим о том, когда можно будет оздоровить своих деток. Ну и сроки сдвинутся, конечно же.